das Volk wehrlos machen. Wir bleiben zusammen, ja, Paul? Wir bleiben zusammen. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Итак, уважаемые сограждане, ситуация в нашей стране складывается таким образом, что мы вновь приняли решение вернуться к очень жизненно важной теме, которая коснулась очень многих людей, многие семьи. У нас отдельным роликом уже шло постановление под номером 13. Но я сейчас вынуждена вновь возвратиться к этому документу. Итак, постановление номер 3 о запрете деятельности всех незаконных структур органов власти РФ Россия на территории РСФСР СССР и мирной передаче властных полномочий органам власти РСФСР. Опираясь на факты по вопросу незаконности создания СНГ, которые привели к развалу государства СССР, незаконности избрания президентской власти и всех структур от имени Российской Федерации-Россия или прочие интерпретации наименования Российской Федерации на территории РСФСР и СССР, учитывая, что Российская Федерация Россия – частная фирма, имитирующая государство, не имеющая своей территории, своей денежной единицы и граждан, не имеющая конституции, не входящая в состав СССР, за 30 лет существовавшая с помощью предательства группы лиц и захвата власти с помощью госпереворота в 1991 году Ельциным и Горбачевым, что привело к страну к упадку во всех сферах жизнедеятельности, разрушение всей экономики страны. Все это отразилось на жизненном уровне граждан РСФСР СССР. Безработица, дороговизна, и некачественное медицинское обслуживание, дебилизация образования, воровство пенсии через ПФР и банки, услуги ЖКХ, которые уже оплачены из бюджетов. Все это привело к необоснованному обогащению расплодившихся олигархов за счет обнищания народа. Развязывание СВО на территории СССР между братскими народами. Обманным путем через несуществующие военкоматы набирают граждан СССР в иностранные ЧВК наемниками. Минобороны РФ зарегистрировано как охранное предприятие США. Минобороны у Российской Федерации не существует. А это уголовная ответственность всех причастных, кто поддержал СВО, не беря на себя ответственность, неподписание приказов, постановлений президентом и прочими ответственными лицами. Все это не освобождает руководителей незаконных структур РФ-России от ответственности по законам РСФСР и СССР. Государственную Думу Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, правительство Российской Федерации, ФССП, суды, всех министров, замов, глав администрации всех уровней, губернаторов и их замов и руководителей прочих структур за содействие геноциду населения на территории РСФСР и СССР. Преступления против человечности, сроков давности не имеют. На основании и восполнение. Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет запретить деятельность незаконных структур РФ-России на территории РСФСР и СССР. Запретить и считать незаконными все указы, постановления и прочие НПА от незаконных структур РФ-России, начиная с 1991 года, и которые приводят к дальнейшему ухудшению жизни граждан РСФСР и СССР. Данным постановлением предупредить чиновников всех структур
незаконной власти, начиная с президента Российской Федерации и по нисходящей, о недопустимости применения НПА и прочих указов и постановлений от РФ-Россия или прочие интерпретации наименования Российской Федерации для принудительного их исполнения гражданами РСФСР, СССР. Решить вопрос с правительством СССР о передаче власти законному хозяину, советскому народу, через Советы народных депутатов, составляющих политическую основу РСФСР, СССР. Требуем подтверждения статуса РФ-России на территории РСФСР, СССР, законности деятельности на территории РСФСР. Конституции РФ не существует в природе, как и граждан Российской Федерации, а был неутвержденный проект. Требуем прекратить призыв на военную службу в частные военные компании граждан РСФСР, СССР для ведения братоубийственной операции с Украиной. Требуем немедленно начать мирные переговоры воюющих сторон о заключении мира. Неисполнение данного постановления считать саботажем, а также начать собирать материалы для народных судов СССР на всех причастных к сотрудничеству с организованным преступным сообществом Российской Федерации-Россия по статьям «Геноцид народа СССР» и «Измена Родине». В отношении всех причастных применить закон СССР о правах советского человека, гражданина Союза Советских Социалистических Республик от 31.07.2022 года 1-1 о взыскании материального, морального вреда структурами РФ-Россия, причиненного гражданам РСФСР, СССР или прочие интерпретации наименований Российской Федерации, начиная с 1991 года, согласно установленных расчетов в законе. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. В Рио председателя Президиум Верховного Совета РСФСР Н.М. Исаева. 22 ноября 2022 года. А я бы хотела сделать свои добавления к той информации, которую зачитала Татьяна Александровна. Вот это постановление, которое она уже второй раз озвучила, где четко расставлены все приоритеты, что каждый будет нести личную персональную ответственность за свою причастность, за свою агитацию. Итак, хочу поговорить о средствах местной информации, а я бы назвала дезинформацией. Сюда входит помимо телевизора наши местные газеты, радио, а сейчас, как грибы после дождя, стали появляться рекламные щиты, где 24 часа в сутки народу промывают, как говорится, уши и призывают, используя лицемерно чувство патриотизма, чувство любви к родине, призывают и призывают. Берем нашу газету «Ладога». Это 15 октября. Здесь на фотографии написано: «Мы ждем вас, ребята, обратно домой. Провожают на специальную операцию». Вы знаете, о какой операции я говорю. Почти в каждом номере они отчитываются о том, как они собирают для наших ребят какие-то, значит, посылки, одежду, продукты, медикаменты. И, кстати, многие организации участвуют в этом, не понимая о том, куда на самом деле отправляют наших ребят.
В других газетах Ладога мы уже видим, как наши местные власти лицемерно нам сообщают, как они скорбят о ребятах. Вот эта газета за 22 октября, где здесь некролог, и наша местная администрация с глубоким прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга погиб наш земляк и товарищ. Я не буду озвучивать. За 17 декабря 22 года молодой парень, 31 год, единственный сын. У него также осталась семья, дети. Тоже при исполнении, как говорится, боевого задания. Почему вот эти средства массовой информации не говорят о самом главном? Что происходит на самом деле? Ведь они будут отвечать за это, за этот обман, за это лицемерие, потому что многие ребята искренне верят, что они едут защищать свою родину. Татьяна Александровна в своем постановлении уже зачитала, что две частные военные компании на территории СССР ведут свои военные действия. Так почему наши мальчики, наши мужчины должны там складывать свои головы? Когда была Великая Отечественная война, у нас даже вопрос не стоял об этом, чтобы мы собирали какие-то посылки, какие-то медикаменты от стариков и детей, даже подростки тайком от родителей убегали из дома, чтобы попасть вот именно на линию фронта. А сейчас что происходит на территории Украины, украинской АССР? Она как была в составе СССР, так и остается. Кто разбирает там свои финансовые и коммерческие интересы? Какие кукловоды стоят за спиной и руководят вот такими средствами массовой информации? Думайте, народ, думайте, что за повестки разносят по домам. Мы уже рассказывали, что каждая подписанная повестка – это вексель на огромную сумму денег. Получается, что это бизнес. Мы разбирались, что из себя представляет Министерство обороны, где оно зарегистрировано. Так кто объявил вот эту мобилизацию? Именно та страна, где и зарегистрировано Министерство обороны. Военкоматов нет, они ликвидированы, мы тоже уже об этом говорили. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто ратует за это, агитирует, проводит рекламу навязчиво 24 часа в сутки. Вот там есть щит около автостанции. И я обратила внимание, там тоже идет эта реклама. Мне жалко, конечно, ребят, которые сложили головы. Они даже и не знали, за что они пошли туда. И есть, конечно, такой контингент, который идет туда в надежде заработать каких-то денег, потому что работы, по большому счету, для наших мужчин нет. Работают или на такси, или в охране. Предприятия все разрушены. А семьи надо содержать, деточек надо кормить. Поэтому многие идут туда в надежде заработать. Поэтому я хочу обратиться к главе администрации Кротовой, Ворожцовой и всем губернаторам, сенаторам, главам администраций, депутатам, там в основном мужчины. Если вы это поддерживаете, так вы должны быть в первых рядах и отправлять своих братьев, мужчин, мужей. Ну вот я имею в виду, в каждой семье есть мужчины. Если вы это продвигаете и народу объясняете, что там идет освободительная операция, так вы должны быть там. Но я смотрю, вы сидите в своих теплых кабинетах и проводите массированную агитацию через средства массовой дезинформации.
Будете отвечать за это лично, персонально, поименно. Кстати, списки ваши все точно так же будут составлены и переданы в военный трибунал. Сейчас я хочу донести до вас комментарий одного из наших подписчиков, который думает точно так же, как и мы. Его зовут Виталий Тесля. Мы поддерживаем этот комментарий, поэтому я хочу поделиться с вами его содержанием. Весь мир начал свое деление на маргиналов и созидателей. И все это уже происходит вне границ государств, народов и наций. Это идет уже сейчас, уже начался этот общий мировой процесс. И сейчас каждый решает для себя, он на стороне созидания, любви и добра, или он на стороне кнута, мрачных маргиналов и бандоса фашистского принуждения. И это уже не остановить, процесс уже пошел. И главное всем нам сейчас, всем людям добра и света, успеть найти друг друга и поддержать каждого, кто попал под кованый сапог мрачных, спасти ближнего и не дать затоптать добрых людей фашистскими сапогами. Мрачные, ну, я думаю, вы понимаете, о ком идет речь, их можно по-разному называть. Мрачные любыми способами, невзирая ни на что, системно и методично продвигают запихивание шеи народа в свои цифрофашистские ошейники. Уже сейчас началась схватка мрачных всего мира между собой за то, кто будет хозяевами генно промаркированных цифрорабов. Скоро все поймут, что в мире настало время, когда молчание уже никого не спасет, даже самих молчащих. Сформировалось только две общемировые парадигмы развития народов мира. Первое – или они все вместе сопротивляются злу. Второе – или все вместе молчат и тихо вымирают. Это и есть побочный эффект глобализации мира. Он уничтожает слабые, разрозненные народы целиком, как неконкурентных к среде выживания и к самому выживанию. Как только государство стало ставить свой интерес впереди прав человека, интересов своего народа, свобод граждан, знайте, государственная машина милитаризируется и превращается в мерзкий фашистский танк. Когда государство перестает признавать свои ошибки, свои преступления, стало считать себя безгрешным, непогрешимым и безупречным, значит, оно уже стало мерзко-фашистским. Когда оно начинает жестко диктовать людям, что они должны думать и делать, и начинает насильно принуждать людей любить его и не прикословить, то это означает, что государственная машина уже превратилась в фашистский танк, который мерзко и подло, безжалостно давит людей и их свободу. Любой террор, геноцид и убийство людей – все это мерзкий фашизм. Мрачный и кровавый фашизм может называть себя как угодно, краситься во все цвета радуги – коричневый, красный и даже голубой. Я боюсь, что будущие концлагеря и ГУЛАГи будут с клумбами, горячей водой и телевизорами. Гитлеровские твари перед убийством людей в газовых камерах, чтобы народ не бузил, вежливо раздавали им мыло и мочалки, с улыбкой приглашая их в душегубки, якобы для помывки узников в душе. Боюсь, что будущие высокие технологии и инструменты уничтожения людей – станут куда изощрённее и мерзостнее, и заточены они будут на зомбирование, уничтожение мышления у людей, убийство их мозга. Вот то, что происходит с нашими средствами массовой дезинформации. То есть хотят людей превратить
входящих безжалостных зазомбированных живых трупов. В нашем грядущем мрачном наступающем на горло фашизме кровавые палачи, прежде чем положить голову своей жертвы на плаху, будут с вежливой улыбкой извиняться перед своей добычей за будущее доставленное им неудобство. Скоро нас всех начнут горячо убеждать, что пинание соседских детей ногами и расстрелы своих людей – это и есть истинное проявление настоящего путриотизма. Я не оговорилась. Путриотизма. Или живой мир, или мертвый мир. Выбирать нам. Настало время нам выбирать уже. Время всех расставит по своим местам, а некоторых и разложит. Правда страшна, потому что именно она дает людям уверенность, злость и цель. А я бы еще добавила ярость благородную, как звучит у нас в песне. Ярость благородная пусть вскипает, как волна. Но иногда мрачные умело подсовывают вам их истца, в которого вас заставляют поверить, чтобы их правду вам рассказал он, ту правду, которая нужна именно им. Это написал автор Виталий Тесля. Я зачитала, не отходя и не отступая от текста. Поэтому обращаюсь еще раз к народу. Пришло время уже выбирать, на какой вы стороне. Вы на стороне любви, света, правды и добра или на стороне мрачных иных, с которыми нам не по пути. Выбор делает каждый сам, на то и дана нам всем добрая воля. Но и ответственность будете нести тоже вы за свой выбор. Благодарю. Доверенность. Бегом. Доверенность, иначе я сейчас начну орать, мы заебали со своими военкоматами. Ликвидировано, заходим, я сейчас вас этими документами рылом натыкаю. Ликвидировано, вам от Сколково с Фонтанки сейчас документ от ксерокопии, где написано, что они фирма, корпорация, что еще надо. Вон отсюда, вон! Вон отсюда, Российская Педерастия, вон! Сюда, на территорию СССР, не вздумайте заходить, педерастия рефовская! Вон! Ребят, извините, меня понесло. Меня понесло. Это трэш. Все, меня понесло с этими военкоматами. Я извиняюсь, но я оторвалась на них.